Stinger Reload Evo Niner на промах Novatec. Вот такие были покрышки изначально. Задняя покрышка уже поменена. Пластиковый диорчик с пластиковой муфтой. Вот этой вот. Барабан на задней втулке на шарах. Втулка Novatec на промах. Барабан на шарах. Барабан люфтит. Трансмиссия десяточка. Диор, все хорошо. Вот человек катается уже довольно много. Проехал. Проблемы какие возникли у этого велосипеда. Расшатались шатуны. То есть следите регулярно за затяжкой вот этих вот болтов, потому что расшатывается. Человек очень большой, очень тяжелый. Соответственно, получается так, что вовремя не посмотрел, не протянул, туда пыль, грязь набилась, начали болтаться шатуны. Соответственно, мы эти сейчас шатуны сняли, помыли, почистили, закрутили. Но колпачок поставили уже алюминиевый, потому что пластиковый колпачок не дотягивает шатун. Крышечка вот та вот. Крышечка пластиковая, она, к сожалению, не протянула как надо. Началась срываться резьба. У нас есть алюминиевые, поставили алюминиевые колпачки. Что тут у нас еще из проблем? В принципе, все. Единственное, что вот рубашка показалась клиенту очень длинная. Сейчас подтянули рубашку, подрезали, поднастроили переключатель. В принципе, все, проблем больше нет никаких. Вот так вот установлены крылья. Самостоятельная установка на сантехнические хомуты. Можно их сильнее подогнуть, а вообще по-хорошему их надо отрезать болгаркой, и тогда они нормально встают. Так вот интересно установлен бутылкодержатель. Видите, это дополнительная штучка, чтобы бутылка не упала никуда. Что тут еще интересно? Это у нас велокомпьютер. Это у нас фонарик. Это у нас крепление под телефон. Это у нас блокировка вилки. Зеркальце хорошее немецкое с увеличением. И кормушечка висит, чтобы можно было туда бутылочку с водой положить. Потому что здесь у нас сумка с инструментом. Вот так вот смотрится крыло 29-е. Называется оно SKS Velo 65, модель Velo 65 Mountain. И вот наш багажник, который выдерживает абсолютно любую нагрузку, хоть 100 кг. Проехал в этом году очень большое путешествие, везде побывал. И вот пока все очень даже хорошо. Единственное, что мне кажется, что подседельный штырь начинает сгибать относительно рамы. Пока вот проблема только с разболтавшимися шатунами. То есть сезон эксплуатации пока все бодрячком. Не считая, конечно, люфта барабана, который с самого начала был. То есть, в принципе, вот эту модель Stinger можно брать. Вилочка еще живая. Опять же, видите, ее не смазывают, не обслуживают. Туда вот забивается пылька, грязька. И будет плохо этой вилочке. А так все бодрячком.